Этим путем можно путешествовать и во времени. Технология пока новая, и мы в ней не все понимаем. А телепортер он взял в самолет? Это подтверждено. Среди обломков найден его блок контроля. Очевидно, он телепортировал самолет вновь пространство до удара ракеты. И моя семья, возможно, жива? Мы засекли сигналы телепортера и вновь пространство. Видимо, самолет вошел в него, но обратно не вышел. Твоя семья и остальные пассажиры застряли по ту сторону. Так давайте найдем другой проход и отправимся за ними. В этом не проблема, телепортер. У него два блока контроля, и оба украдены доктором Бунингером.